Трамп в Атмал-Жуте. В переводе «Большой бросок». Бросок весь идет быстрее, чем возврат в исходную позицию. Корпус неподвижен, подъем напряжен, мышцы живота собраны. Нога в этом движении должна подниматься не менее, чем на 90 градусов. У этого мальчика опорная нога расслаблена. Вторая ученица при повороте потеряла равновесие. У нее были расслаблены мышцы.